Владимир Владимирович. Обычно, когда есть сеть таких видеозаметных систем, это центральный вопрос, обычно для сетей, скажем, нейронных сетей, значит, или сетей из, значит, электродинамики, и обычно разматывают систему, в которых между осцилляторами связь осуществляется линейной, ее называют еще диффузионной. Вот. Но, если мы возьмем просто нелинейные осцилляторы этого уравнения 1 штук, и, значит, возьмем матрицу А и свяжем этой постоянной матрицей невыраженной через, значит, вот эти правые части, вот этих вот F — это у нас столбец, считаете здесь, значит, да, а это как раз матрица. Получается, что каждое уравнение, оно связано со всеми. Это не линейная связь, это страшное уравнение. Если только между F разные, вот эти вот в первом уравнении, и A плотная матрица, то тогда это в общем случае, то делать нечего. Но если только F одинаковые в первом уравнении, то тогда возникает сразу задача о синхронизации. То есть если, значит, в матрице А сделать одинаковыми суммы строк и F и все одинаковые, то тогда существует режим полной синхронизации вот этих вот осцилляторов, и задача стоит в том, чтобы найти устойчиво этот режим или неустойчиво. Вторая часть, она касается того, что, скажем, половина, часть вот этих вот правых частей в первом уравнении имеет одинаковые, они, другая часть тоже одинаковые, но отличается от тех, которые рядом, которые здесь. Если опять-таки будем добавить сумму строк одинаковых по вот этим вот, строчкам, то мы получаем режим образования двух кластеров. И задача тоже состоит два кластера синхронные, потому что когда что это такое? Значит, мы берем x и y равны одной и той же величине для и, вот, скажем, от единицы до m. Вот эти первые и там к вторым, то тогда получается полная синхронизация, да, два класса. Значит, вот пример, который показывает, что на самом деле такая задача о связи по правым частям, она связана вот с такими вот уравнениями, когда просто есть обыкновенные осцилляторы, значит, но вот они раз, два, три разные, но связаны инерционно. То есть правая часть, так сказать, это просто силы инерции, и сразу же физических примеров, так сказать, возникает огромное количество. Значит, вот ту часть, которая касается разных теорем о синхронизации для уравнения 2, я опускаю, потому что времени просто нет, и я сфокусируюсь на только одном главном примере, значит, о котором сейчас пойдет речь. Давайте дальше. Откуда взялись вот такие вот уравнения? Как раз это классический пример, когда часы, задачи, это еще очень старинные задачи, когда Гюйгенс, значит, часы висели на одной балке, значит, которые вот так были расположены на стульях. Эти часы стали синхронизироваться. Этой задачей как раз в начале этого века стали интересоваться вот разные люди, здесь указано то и как, ну, выживаете вещи, да? И поехали дальше. Очень много работ было. Мы с из Эйнховенского технологического университета стали заниматься тоже, потому что на самом деле Гюйгенс, естественно, голландец. Значит, Вандерполь, он из Эйнховена тоже, значит, и вообще он как бы правнук, вот, значит, Гюйгенса, поэтому давайте заниматься, вот мы с вами заниматься этой задачей. Вот она, видите, связь через
здесь он через, видите, вот это уравнение для балки, он через вторые производные, так сказать, опять-таки связан. То есть замены переменных легко, это может было преобразовано в той форме, которая там была, в следующем слайде. Но дальше, значит, если произвести, но сделать укороченное уравнение, то они просто принимают, так сказать, вот ту форму, которая была написана, так сказать, для уравнения номер два. Вот эта вот штука. Это вот это предыстория, значит, всего этого дела. Дальше поехали. Оказывается, что вот явление закладывания, которое тот самый Бальтазар фон дер Поль изобрел, когда есть автогенератор, есть внешняя сила периодическая, и она синхронизует вот этот автогенератор на частоте, которая подается. Вот. Это его изобретение, значит, и вот его уравнение, ну, модифицированное уравнение, я подробно не буду рассказывать, а то, что касается дальше, значит, это я показываю, каким образом устанавливается вот этот режим синхронизации, потому что цикл, предельный цикл, при внешнем воздействии он превращается в инвариантную кривую, то есть в расширенном пространстве это инвариантный тор. На нем образуются периодические движения, которые потом седловое сливается с неустойчивым периодическим движением. Остается одно устойчивое периодическое движение на частоте внешней силы. Это вот явление закона. Дальше. Так вот, забавно, что фон дер Поль, он решил так, что вот сюда на автоколебательную систему не надо подавать внешнюю силу, а мы возьмем сигнал выхода, поставим линейный здесь вот фильтр, линейное звено, отфильтруем его, эту частоту, и она будет, так сказать, поддерживать, так сказать, колебания вот, вот здесь. Идея сорвалась, ничего из этого не вышло. И если правильно написать уравнение, вот эти уравнения как раз определяют явление затягивания. И это явление, значит, оно было описано вот Андроном Витом и Майером. Это вот Андронов и Майер, это наши известнейшие нижегородцы. Значит, Вит – это профессор из Москвы, который, к сожалению, репрессирован. Вот. И главное здесь состоит именно в том, что здесь появляется в фазовом пространстве появляется два, это уже четырехмерная система, два предельных цикла, области притяжения которых разделены седловым циклом, и в зависимости от некоторого параметра связи, скажем, у нас получается переключение с одного цикла на другой, но гистерезисным образом. Это вот главное явление. Значит, чему это я говорю? Дальше поехали. Это предыстория. Теперь, значит, задача в 2000 году. Мы можем выслушать. Millennium Bridge в Лондоне зашатался, так сказать, когда по нему пошли пешеходы. Вот. Причем это случилось именно так. Вот эксперименты проводили, что когда число пешеходов было... Это, значит, пускали гренадеров после, значит, на этот мост. Как 165 человек выходит, мост начинает шататься. До этого он не шатается. Это явление, так сказать, решили, значит, объяснить. И понимаете, какая вещь, что, значит, много людей, хороших теоретиков, так сказать, стали заниматься этим. Я сейчас просто покажу сначала две статьи, которые мы написали вместе с моим сыном и с его аспирантом, значит, по этому, значит, на эту тему. Вот первую. Хаос там. Быстрее. Вот эта статья Бесселл Гейсов, значит, ну, бестабильное, значит, положение на колеблющемся мосту, которое вызвано взаимодействием пешеходов и этого моста. Дальше. Что-то тут маловато. И вот там и была предложена модель, о которой я, так сказать, попозже скажу. Здесь были доказаны теоремы,
если все это излагать, то это, так сказать, сами понимаете, время уже дает много. Ну, можно сказать, еще дальше. Все. Вторая статья главная, значит, да, вторая статья вышла 7 ноября 2017 года, ровно в столетии октябрьской нашей этой самой революции. Это вышла статья. Соцобязательства были. А? Соцобязательства. У них были. Это журнал Science. Не надо так широко. Science Advances. Это новый журнал. Статья тоже называется «Октябрьский переворот». Да. «Октябрьский переворот». И, значит, эта статья, значит, где как раз было объяснено вот эти 165 человек, которые выходят на мост и начинают его, и мост начинает совершать переворот. До этого, значит, можно там дальше показать немножко здесь, что там происходит, это Максим потом я просто продемонстрирую. Значит, но эта вот работа, я про нее еще скажу. Значит, все, хорошо. Убираем, возвращаемся сюда. Дальше поехали. Так вот, поехали дальше. Вот это предыдущие публикации. Это вот как раз в основном это Строгас Стив и Эдвард Отт. Это два ведущих, так сказать, американских ученых. Они, так сказать, решили объяснить. Значит, и объяснили, и в Nature публиковали статьи, значит, они были общепризнаны, как это сказать. Но потом выяснилось, что ничего они не объясняют, потому что увеличение числа пешеходов на мосту приводит к, значит, равномерному повышению амплитуды колебаний моста, и больше ничего. Вот. Поэтому вопрос оставался открытым с 2000 года вот по 2017 год. Когда это разрушение, да? А? 165, то разрушение. Нет, разрушение, а начало колебания. Начало. Начало колебания. Вдруг вот так ничего не было, и вдруг он начинает сортаться. Это просто удивительно. Зашевелился. Не понял. Зашевелился. Поехали. Нет, уже на существенной амплитуде сразу. Оживился, это мягкое возбуждение колебания, это жесткое возбуждение, это сразу с большой амплитудой. Ну вот, значит, это вот как раз, поехали, статья Строгаса, значит, ее завтра, ну дальше поехали. Это, убираем это все, значит, там есть объяснение, нами дано объяснение, почему их модель не работала. И вот наша модель следующая. Мост, он моделируется вот так же, как задача Гюйгенса, поперечное колебание, некоторой балкой. А каждый пешеход, стоящий здесь, он моделируется автоколебательной системой. Какой? Два варианта. Это элементарное просто уравнение типа Вандерполя. Раз. Это, значит, что общепринято, значит. А вторая главная модель, которую предложил Макдональдс из Бристола, из значит, Великобритании, это модель перевернутого маятника. Когда мы идем, то вот перевернутый центр тяжести относительно вот этой ноги совершает колебание, потом переключается на это, и на это, и вот таким образом. Но его модель была плохой в том смысле, что дальше. Плохой в том смысле, что он брал просто консервативную систему. И все это, раз она склеенная консервативная система, то все зависит от начальных условий. Мы добавили еще автоколебательный член, который вот. Сейчас, где он тут у нас скобочки? Вот эти скобочки добавили, и результат был следующим. Значит, появился предельный цикл для перевернутого маятника. Предельный цикл устойчив. Вот его амплитуды там. Это все будет построиться. Дальше. Вот это для вот модель, которая давала ну, по Макдональдсу просто континуум замкнутых кривых, как в центре, склеенный центр, будем так говорить. А здесь вот предельный цикл. Это индивидуальный осциллятор на этом мосту. Дальше. Ну вот как раз, что касается вот этого
перевернутым лазиком, здесь все, значит, вот в тех работах, которые я вам показывал, тут это все доказано, что здесь единственный предельный цикл, его амплитуда, его период, все вычисляется из-за того, что склеены из линейных систем. Так и для Вандерболя мы не можем ни период в явном виде, так сказать, выразить, ни, значит, ни амплитуду, а здесь все, все определяется. Дальше. Вот. Дальше. И вот главный момент. Главный момент, что если мы, значит, возьмем самый простейший случай и самый тяжелый случай для возбуждения колебаний на мосту, когда все пешеходы абсолютно одинаковые. Вот как они в эксперименте гренадеров выпускали, почти одинаковые, значит, мы взяли отсюда. Потому что когда народ разной массы, разных, так сказать, там, значит, периодов колебаний, то, так сказать, мосту надежно устоять. А вот все одинаковые, они им легче расшатать. И вот когда мы, если мы это сделаем, то получается система, вот, система, все маятники одинаковые, значит, уравнение для колебаний моста остается, и получается система, вот, связанная через правые части, она сложная, даже система четвертого порядка. Но для нее как раз получается следующий результат, что здесь у нас происходит, значит, вот есть две комбинации. Вот эту модель мы задали в таком виде, что вот это вот 40 формул, это есть явное решение вот этой вот задачи. Явное решение вот этой задачи. И, значит, где x соответствует там, вот такому общему пешеходу, вы из пешехода сделали как бы слона, так сказать. В определенном смысле, слоном будет тогда, когда n будет увеличиваться, масса увеличивается и так далее. А y — это колебания. Значит, ну, вот выражается через, значит, гиперболические функции. И получается, что есть два режима колебаний. С одними параметрами, с амплитудами, и другой режим с другими параметрами. То есть два отдельных, значит, предельных цикла, именно то, что я, так сказать, вот говорил по задаче о явлении затягивания, когда образуются два цикла, не один цикл, а два цикла. И вот это очень странно, поскольку, понимаете, там y две точки плюс h y с точкой плюс там омега квадрат y, вот это линейное звено, и равно там, ну вот, n, какой коэффициент n и x две точки. Что-то особенное, линейное уравнение. Понимаете, вот, подкупает, что, и, собственно говоря, и Вандерполь также рассуждал, что линейное звено, справа, так сказать, действует возмущающая сила, должно быть одно решение. Но это решение возвращается, но оно возвращается через вторую производную в первое уравнение. И когда оно, если в нормальной форме записать, то получается ничего подобного, рассуждения просто неверны. Вот это, так сказать, вот, то, на чем, так сказать, многие как-то останавливались. Ну, такая штука. Здесь два решения. Два решения здесь, значит, поехали дальше. Вот, собственно говоря, зависимость этих амплитуд, зависимость от числа, но это как раз колебание моста в зависимости от числа пешеходов, просто это в явном виде построено. Поехали дальше. Ну, это то же самое, мы взяли, так сказать, просто теперь уже, ну, правда, обобщенное уравнение Вандерполя вот с таким вот, там, если вот убрать, будет чистый Вандерполь. А это вот еще добавили для того, чтобы это уравнение, и эта система уравнений, опять-таки допускала явное решение. Мы подобрали именно параметры и все в этой задаче так, что здесь существует явное решение в явном виде. Дальше. Вот. Вот это решение, которое сейчас поехали дальше. Значит, если это вот. Отсюда следует, что есть амплитудный и фазовый баланс, если их соблюдать, то тогда у нас получается, что вот эти функции, которые
нарисовано y равно a на синус и x равно b на синус для разных пешеходов. Это и есть решение. Дальше, значит, если брать, это сделано для разных пешеходов, это не принципиально, эти решения найдены. Но когда наихудший сценарий для устойчивости моста, когда я про это говорил, они все одинаковые, мы получаем вот такую вот диаграмму для амплитуд, для баланса амплитуд. Это вот А, это то, что касается моста, а Б одинаковые амплитуды для пешеходов, и когда вот эти вот линии не пересекаются вот с этой кривой, которая следует из амплитудного баланса, то нет периодических решений. Когда начинается пересечение, то фактически очень сильно похоже на задачу о затягивании, появляется решение. Причем эти решения появляются, как вы понимаете, при увеличении этого числа пешеходов на мосту. И когда мост, значит, вот когда число пешеходов достигает определенного значения, то сразу появляется кривая. И НС-165. Да, это будет НС-165. Про это я сейчас как раз скажу. Значит, ситуация такая, что кроме этого, конечно, нужно еще выполнить значит, фазовый баланс. Это все, так сказать, сделано. Это тонкая вещь достаточно. У меня нет времени объяснять, как это, так сказать, сделано. Но фазовый баланс можно тоже соблюсти. Это же только амплитудный баланс дает сразу ответ. Но это, собственно говоря, необходимые условия, значит, наличие этих колебаний. Они не выполнены, никаких колебаний не будет. Это вот хорошо. Ладно. Значит, поехали дальше. Вот, но когда их много, то есть и они не идентичны, тогда то же самое проделывается, и получается, что здесь для амплитудно-фазового баланса опять-таки выписывается только целая полоса из вот таких вот кривых, их там ровно счетом сколько этих пешеходов. Вот. И амплитудный баланс определяется уже вот этой линией. Ничего. Никаких нового лифта, то есть никаких шатаний, значит, а вон там уже они все синхронизуются раз, значит, причем в выписанном условии это можно подобрать эти вот бэйниты таким образом, что они будут вот это, находиться в относительных фазах. Понятно, да? Ну вот, собственно говоря, из этих вот простых соотношений, значит, простая модель. Простые соотношения выписываются на параметры, значит, которые оценивают критическое число пешеходов. Ну и вот здесь вот вы, если брать среднее, m это точная масса моста Миллениума, частота его тоже выставлена как единица, но мы подобрали параметры пешеходов такими, что это критическое число оказалось равно ровно 165. То есть то, что совпадает с... А? Что-что? Гренадеры легкие такие. 70. Ну, это вот наша модель дает. Такие результаты. Тут ничего не поделаешь, значит, да? Просто раньше они были строить. Дальше еще. Дальше. Ну, теперь фильм давай посмотрим. Еще, значит, сейчас я покажу. Численный эксперимент. Численный эксперимент, который как раз показывает, как изменяется соотношение синхронизации при увеличении числа пешеходов на мосту. Все, пускаем, да? Ну, это начало, да? Число пешеходов вот увеличивается. Но, вот цвета, значит, если вот синий и желтый будут, так сказать, параллельны друг другу, это синхронизация, так сказать, максимум, минимум здесь выведено. Вот увеличение числа пешеходов, это сделана программа очень серьезная, то есть там сначала все устанавливается, а потом меняется, так сказать, уже число пешеходов. Вот такая вот это увеличение числа пешеходов здесь. Вот, пожалуйста, вот он. Все готово. То есть все синхронизированы, и при синхронизации у нас получается, что все амплитуда Y
Игорь, извиняюсь, принудного моста, вдруг начинает совершать колебания на конечной, значит, вот, вот этой самой амплитуде и так далее. Ну и еще секунду, значит, да? Вот наша работа, она вызвала немедленно потрясающую совершенно реакцию в мире. Нью-Йорк Таймс написала про эту штуку. После нас стали повторять все популярные и непопулярные научные журналы, что вот это колоссальное достижение, что наконец-то как бы дано было весне вот это вот. Значит, а это фильмы, когда вот это были разные модели, и еще 10% разности в параметрах этих пешеходов все равно дает синхронизацию. То есть, пожалуйста, толпа, она разная, все равно ответ стоит примерно 10% без матча. Вот это как раз в этом случае. На итоге сейчас вы этого видите. Да, ну и наши, значит, естественно, газеты, когда узнали про вот такую шумиху, значит, сделали передачу по телевидению, по Первому каналу, значит, да, показывали все это хозяйство, так что вот такая вот история. Поэтому я и не мог не похвалиться, так сказать, перед публикой вот этим вот результатом. Сейчас она закончится, и на этом мы закончим.